Лес, всем привет. Хочу вам показать журнал, значит, «Советский спорт», спецвыпуск про автоспорт, про сезон 23-го года. Вот Владимир Геннадьевич на обложке. И открываешь, и тут у нас большая статья. Вот тут, пожалуйста, значит, Дмитрий Андреевич рассказывает про дрифт, про сезон предстоящий. Большая статья про Carville Racing, где Степа рассказывает о наших там межсезонных всех приключениях, об СДЧ. Вот, пожалуйста, Супра с рекламой стартеров и генераторов StartVolt. Тут, короче, целая статья, в общем, большая. О, Настя Нифонтова тут, пожалуйста, тоже. Наш атлет G-Drive. Так что, у кого будет возможность купить, обязательно купите. Эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи. Так, ну что, базовое ТО закончено на Лёхином марке. Это не зазор такой, это приоткрыт капот. А давайте мы откроем его. Где он? Оп, сейчас еще раз вам покажу красоту. Надо там будет немножко помыть, но помоет Лёха, как обычно, в... Где он там? Бруклинсе? Да, Бруклинсе. Лёх, Бруклин, свяжись с ним. Сделали кронштейн титановый на бачок омывателя новый. А бачок поставили, значит, что будет теперь был омыватель. Здесь под капотом в штатном месте теперь у нас расширительный бачок. Ну вот еще раз вам хочу показать, какая красота. Как это все стильно, красиво смотрится. Такой классный марк. Вот здесь сделан, да, вот здесь. Короче, Леха, все, езди, кайфуй и вспоминай нас добрым словом. Хотя бы хоть каким-то вспоминай. Так, друзья, ну и в такой прекрасный весенний пятничный вечер мне хочется с вами еще одной классной новостью поделиться. Я вам и про нее периодически рассказывал, но наконец-то этот момент настал. Мы наконец-то готовы рассказать о новой модели очков White Lab, которые мы сделали, разработали в совместной коллаборации, которые будут называться White Lab Drift. И я показываю вам сейчас предсерийную модель, то есть вот очки имеют вот как раз такую форму. Они очень классные, очень стильные, но на самом деле настоящие очки, ну точнее не настоящие, а очки, которые будут в продаже, они будут иметь ряд доработок, то есть вот здесь будет название Drift, у них будет возможность двух цветов, вот такие вот классические темные и более яркие, оранжевые, клевые, с такими оранжевыми клевыми линзами зеркальными, о чем я сейчас все покажу, расскажу. Вот, и это большая, на самом деле, радость и такая прям честь для меня быть вот в такой теме коллаборационной с очень классным брендом и иметь вот такой продукт, который можно будет болельщикам всем и всем, кто увлекается гонками, дрифтом, такую вот частичку мотоспорта всегда иметь. Мы сейчас открываем предзаказ уже на эту модель, будет, как я напомню, в двух цветах она. Уже в ближайшее время она появится, возможно, успеем к первому этапу, но точно в мае уже будет. Поэтому я сейчас скину вам, скажем так, все пароли, явки, инструкцию, так что будет круто, если мы соберем отличный предзаказ, и любители сторис на параде дрифта будут подходить ко мне в таких очках, и мы будем вместе фоткаться. Так что спасибо всем огромное и жду.